нужно заниматься движением. Чтобы это движение происходило и в голове, в пространстве, внутри. Чтобы чувствовать движение, направлять его, ускорять, замедлять, экспериментировать. И все время вдохновляться. Смотреть на людей и впечатляться их движением. И думать, как изменить свое движение. Как его модифицировать, куда его направить. И чтобы вот это постоянное вдохновение людьми, пространством, курсом, информацией поддерживал танец к тому, чтобы он развивался на всех слоях, от самых примитивных и для тех, кто хочет заниматься этим профессионально. Ей. Хочу сказать большое спасибо за участников, за то, что они были здесь. Я надеюсь, что они поняли, о чем шла речь на данном курсе со мной. И помните, если вы научитесь управлять, чувствовать свой вес, то это очень сильно вам поможет в танце, в движении, в перемещении, в принципе, в пространстве. Пусть ваш танец будет всегда новым.